Вот, сегодня, наверное, у нас уже 6-е. А там написано? Ну, я не вижу. Внизу. Августа. Это вот мы на плотине приготавливаем. Привезли шифер. А сейчас вот находим, где норы. Бобер сделал, бобры. Их надо все раскопать. Вот он, Володя, стоит почти в его рост. А ну-ка, в нору-то можешь сунуть, нет? Ну, вон она идет куда. Вон она куда пошла, нора. Вот. А внизу теперь, видите, как шифер мы поставили. Вот он идет, шифер наклонный. Его видно как. В землю вкапываем, там прям вода дальше идет. Ну, отсюда подтрамбовывается земля. Вон деревья, где мешают. Видно, большое дерево такое, корпус человека примерно. Ну вот придется тут шиферинку приподнять, снова нанять пилу электрическую, там какая, впилить так, чтобы на уровень шифера. И вот здесь вот 5 деревцов, знаете, потоньше, их тоже все надо смести. И так на расстоянии всей плотины. Ну, чтобы можно было копать, там корни, это все перерубать надо, все в воде. Приспособлений никаких нету. Вот я дальше прохожу, Никита, он идет граблями и все оттуда вытаскивает. О, видишь как? Из воды. Вот эти вот сюда теперь вытаскивает этот вот мусор, чтобы подготовить Володе место. Он лопатой будет прорубать траншейку, куда будет ставить шифер. Ну а шифер мы сейчас вот уже привезли. Его видно. Вон там на бугре лежит. Я его могу не показать. Видно, не видно. Вот он разный по размеру там наложили. Это далековато отсюда. Там разные буераки. И это надо все сюда переносить будет. Вот сколько работы. А нас всего трое. Тут я вот толкусь, под ногами мешаюсь. Еще мог тут делал. Толкушку сделал. Сверху землю обрушиваю Володе. Ну, а у Никиты эти сучков он накидает вот сюда много их. Я их стараюсь вынести. И через плотину. Это метров 5-6. И дальше кусты. И вон туда в глубину. Там метров 5. Метров 5. Кусты разные. И вот здесь, когда все это поднимется, плотина кверху. И сейчас как чисто проход какой. Вот после этого надо будет копать снова траншею. И спуск делать железобетонный. Сейчас арматуры доставать. Горячий катанный профиль. Резать. А ничего нет. Кого-то просить болгаркой. Везде все названия такие какие-то. Болгарка. А у рыски только русская водка. Ни одного инструмента русского-то не помню. Какой не возьмешь, все какое-то. Русские, наверное, тоже были изобретатели, что-то делали. Вот они, деревья какие. Вот вчера мы тут воевали. Нам мешали эти шершни. Вот сейчас это видно, что мы... Вот они, некоторые прилетают, один, другой. А тут уже ничего нет. Вот оно где. Заливали братья водой. Заливали. Вот оно где. Второе. Залили. Дерево стоит. Дальше уже вот оно идет. Вон какое. Если оно рухнет. Да. Тут много деревьев, которые прямо упали, но продолжают расти. И вот я даже отсюда могу показать. В пруд. Их никак нельзя взять. Но только надо ждать сейчас. Вот оно рядом я подошел показать. Застынет, когда... Надо, чтобы все дружно вышли и начали работать и пилить. А весной, которые сучки воткнули в землю, ну, потом уже надо нырять, убирать. Это пруд делать вручную, да, старый. Это не то, что новый дед. Но старый меньше работы. Он уже меньше в том смысле, что уже плотина большая часть есть. Какая ни на есть, вода стоит. Вот, мы видим. Вот нору раскопали. Вот видишь, а туда дальше что? Теперь железо всякие там вставляем. Вот эти банки находим.
вот расплющены. Ну и туда вставлять все. Пытаемся как-то обмануть бобра. Ну, дело покажет. Это вот Никита копал. Вот она какая траншейка. Вон она идет. Оттуда вода уже точится. Точится вода. Ну и глубина тут, конечно, около 2 метров. Это вот вода. Вода. А дальше все рязко заросшее. Родников как бы нету. И вот где обнаруживаем новые норы, их надо теперь заново раскопать, чтобы затрамбовать. Иначе это дыра по корпусу человека, такая примерно, что человек пролезть не может. Какой он труженик, этот бобер. И так она останется. Вода будет подниматься, она сразу по сообщающимся сосудам будет подниматься. И уже ничего нельзя сделать будет. Все, пока. Это волну пускает Никита. Сейчас вот эти буду убирать за ним.